Добрый день, дамы и господа, с вами Big Black Man, и сегодня мы продолжаем проходить Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Ну что же, поехали. Может мне просто говорить Wildlands? Ладно, поехали. Такое название длиннючее. Камера вертолет. Нажмите Alt, чтобы поместить камеру за вертолетом. Я, по-моему, всегда так от третьего лица летаю. Следующая подсказка. Ага, окей, как всегда, запустить, выпустить. Световое табло. Дам тебе в табло. Вот эта игра, походу, вообще длиннючая. Не сравнится с Shadow Warrior. А юбики любят делать длиннючие игры. Опять матюкайся. Так, сейчас чуть пофризим. Такое ощущение, что я отсюда уже начинал. То что рыба, то эти кренделя попадали мои. Я думал, рыба прыгает. Так, нет, не то. Наша смиссия где? А, надо идти в локацию новую открывать, да? Получается, да. Такая ближе хрену. Вот это. Отсюда можно удержать для передислокации. Ну давай. О! Хорошо, можно перенестись. Это нам сейчас надо новые локации открывать, чтобы дали миссии. То я помню, как я искал миссии, а их не было, потому что локации нового не было открыто. И один хрен вы присели. Интересно, что картель будет делать без лаборатории. Только вот эмиссар. Он был неплохой человек, просто слабый. Я не понял, то моя девка говорила таким голосом. Ха. Офигеть. Ладно. Блин, че я привык тап нажимать? Где тут? Вот сюда, давай куда-нибудь вот сюда. Как далеко это? Я поведу. Веди. Можно ехать? Можно. Сука. Ну чего ты? Че тут... Скосим чуть-чуть, как всегда, как я это люблю делать. Чё, ничего, нормально. Во. Подумаешь, развалюха доедет. Жалко вертолета нет, а там походу ехать и ехать. О, сука. Так, со сколько ехать, собственно? Сука, ты чё, ДТП сделал, а? А, манюк сраный. Так, 1,8, ну? Ещё терпимо. Надеюсь, в этот раз я не собью никого, не убью из гражданских. Каждую серию кого-то прибиваю. Оп. Чё себе, дрифтанул. Ля, сама под машину кидается. Или сам. О. Братишками уступил дорогу. Такс. А он вертолет. Да, ля. Ладно, там куча этих дебилов. Можно было бы угнать у них его, конечно. Блин, ну их же дохренище. А он где-то... Пошли они в жопу, короче. Поехали.
Да ёпта. Вот это я дал. Странно, такое ощущение, что на один канал пропадает звук. В наушниках, по крайней мере, я так слышу. Ух, это по мне долбит? Это что, гражданский, насрать всем, да? Вообще, как они на машине вычисляют, что это именно я? О, красоты, Боливии будем сейчас смотреть, о. Кайманес. Обширная заболоченная территория. Полноводным чего-то там. Боуман, начинаем операцию в Кайманес. Какое будет Опа. Задание? Последнюю пару лет картель экспериментировал с высокотехнологичным... Значит, я заехал на территорию Кайманес этот. Точно можно сказать, что они попадают в Амазонку по одному из притоков, а потом в Атлантику. Так далеко ехать не будем, может где-то рядом миссия. Боже мой, это пара тысяч миль. Шо там, вот дебилы и за мной. Руководители программы зовут Головастик. А ну, поебеньте их. Вступаю в бой. Сволочь! Помочите ублюдков этих, чтобы меня не умничали. Вот и все. Обрыв связи. Ничего. Последнюю пару лет картель экспериментировал с высокотехнологичными субмаринами для доставки порошка в США. Точно можно сказать, что они попадают в Амазонку по одному из притоков, а потом в Атлантику. И так до Флориды. Боже мой, да ведь это пара тысяч миль. Вот именно. Руководителя программы зовут Головастик. Ой, красава. У нас на него почти ничего нет. Ходят слухи, что он вроде гений, такой типичный ученый лунатик. Гей? Известно, что он назаказывал для своих подводок целую кучу самых продвинутых. Так, тикаю. Никакой стоп, я тикаю. Дерьмо. Еще какое? Дерьмо собачье с надо. Это снова я. Что случилось? Ладно, без паники. Последнюю пару лет картель экспериментировал с высокотехнологичными субмаринами для доставки порошка в США. Точно можно сказать, что они попадают в Амазонку по одному из притоков, а потом в Атлантику. И так до Флориды. Погоди. То в смысле погоди? Кого они там валят? Снова я. Извини, нас прервали. Не волнуйся, все сделаем быстро. Последнюю пару лет картель экспериментировал с высокотехнологичными субмаринами для доставки порошка в США. Точно можно сказать, что они попадают в Амазонку по одному из притоков, а потом в Атлантику. И так до Флориды. Я уже это третий раз слушаю. Вот именно. Руководителя программы зовут Головастик. У нас на него почти ничего нет. Ходят слухи, что он вроде гений, такой типичный ученый-лунатик. Известно, что он назаказывал для своих подлодок целую кучу самой продвинутой военной электроники. Нам нужно понять, что происходит в Кайманес. Постарайтесь накопать побольше насчет этих подлодок и самого Головастика. Если получите достаточно разведданных по этому флоту, уничтожьте его. Подпортим жизнь Головастику и посмотрим, как он отреагирует. Может, он ошибется, и мы достанем его? Неплохо. За дело. Наговорились, наконец-то. Так, появились миссии у нас. Давайте с этой начнем. Разведывать. О, видео Головастик. Янки Уайт реквирует чего-то. Члены картеля в основном жестокие дебилы и все время под кайфом. Но вот Патрисио Мендес Валья, он же Головастик, гений и большой оригинал. Нидия Флорес рано заметила его гениальность. Она отправила его в колледж в Мехико, а затем в универ в Калифорнии. Говорят, он был слишком необычным и нелюдимым даже среди этой публики, но засветился на радаре. Головастик руководит подводным проектом картеля в Кайманес. Его полупогружные лодки берут до 10 тонн кокаина, сплавляются из Кайманес по реке в Бразилию, а затем попадают в Атлантику. Оттуда, на глубине нескольких метров, они доплывают до Мексики. И даже до Флориды. Но контрабанда на полупогружных лодках скоро останется в прошлом. Они с Нидией планируют создать настоящую многоразовую подводную лодку. Представьте, наркосиндикат с доходом в миллиарды со своим подводным флотом. Контрабанда — только начало. Если мы хотим остановить эти подлодки, нам нужен этот преступный гений Головастик. Живой и на нашей стороне. Но он любимчик Нидии. Она его так просто не отдаст.
Я понял. Это будет боссом. Мидия это. Так, мне надо махину раздобыть. Мидия, нидия. Эй, где у машинку бы взять? Оп, стоит. Вот она. Братиш, давай отсюда. Братиш, ты что, не видишь? Я заберу твою тарантаху. Дурак? А что это за Мазда у тебя? Он такой еще вроде не ездил, бля. Тут, наверное, в каждых районах свои тарантахи. Прикольно, ля. Несусь. Я несусь. Прям какой-то Need for Speed. Ох, ёп. А, дурак. Вы уже тут? Конечно. Да блин, едешь, едешь и все равно километр, потому что по этим захолустьям. Вот 700 метров уже радует. 600. Ой-ой-ой-ой-ой, не надо мне такие друзья на радаре, вижу. Следующая цель — часть контрабандной сети Санта-Бланки. Давай, вали уже отсюда. Главное тут Нидия Флорес. В прошлом королева красоты, теперь наркоторговка. Ее правая рука. Мужик по прозвищу Красавчик. Этот уродский козел заправляет логистикой на местах. А на мозг... Да-да-да, проезжай. О, еще одно видео. Давай глянем. Мозг и мускулы. Во имя святой смерти, почитаемой в Санта-Бланке, ибо отдала она нам единственную свою дочь. Кто уверует в нее, не погибнет, но обретет жизнь вечную. Много лет назад пребывали мы в тоске и отчаянии, на грани исчезновения. Змеи и крысы рвали нас на части. Казалось, что надежды больше нет, что нет спасения. И когда я уже готов был сдаться, это случилось. Появилась Нидия Флорес, известная нам как королева красоты. И принесла нам процветание, успех и воздаяние. Мы чувствуем ее любовь глубоко в своем сердце. Она неустанно несет благую весть по всему миру, во все уголки земного шара. Славьте же святую Нидию, королеву королев, богиню полукровок. Мидия. Вот так ее там благословят. Нифига. Оп. Так, что там? Вижу цель. Близко к гражданским. А я нет. Дрон в полете. Сейчас допустим, глянем, кто да. Заметил еще одну цель. Есть третья а цель. Еще. Вижу, да тут 17-я. Вокруг много гражданских. Хрена ты чирикать любишь. Так, давай вот этого сними. Гражданские, вертолеты. Опять видео? Ё-моё, сколько их можно смотреть? Это ж я видел вроде, нет? Роковая слабость нет. Есть у всех. У красавчика это любовь. В контрабанде он 6 лет. Отец красавчика приматывал к его телу коноплю и посылал через границу. Такие путешествия он называл «vacaciones familiares» — семейными каникулами. К 13 годам красавчик поднялся в иерархии. Сигареты, спиртное, брендовая одежда, DVD, животные, оружие и, конечно, люди. Однажды он даже перевез полкило уранового концентрата. Красавчик мог выполнить любой заказ. Но вообще деньги его не интересовали. Им правил азарт. Пока не встретил королеву красоты. Нидия Флорес оценила его и сделала своей правой рукой. Нидия была мозгом, а красавчик мышцами. Дело в том, что он влюбился в нее с первого взгляда. Нидия не отвечала взаимностью, но... Однажды ночью спьяну она ему уступила. Через 9 месяцев у них родилась дочь. Валерия. Роковая слабость есть у каждого. У красавчика их две. Я даже понял, кто...
Это все поняли, я думаю. Так, давай. Дуплит сразу. Черт, чуть не застукали. Некому там стукать. В смысле штатский? Я что, завалил штатскую? Ух ты, бля. Лохи. Я ж думал, я его завафлил, нет? А он именно. Лохи мои дела, говорит. Готовченко. Лохи мои дела. Ой, как ты гранату кинул. Все? Остреляли его? Никто не ранен. Бля, где ты тут? Что это за хуйня? На стенке висит, что ли? Эй, в соседней комнате. Какой стенки? Вот, на столе. А вот она и наша так, первая миссия. Указаны места вдоль реки, где стоят подлодки. О, новое задание. Если флот спешим, подлодок. Уничтожьте наркоподлодку. Так, сдавай. Ей и займемся. У картеля есть флот субмарин, которыми Кокс доставляет во Флориду. Найти их и утопить. Хрена так далеко. А, тут вертолет есть. Новое задание. Флот подлодок 3. Уничтожьте наркоподлодку. Я понял. Уничтожьте кучу наркоподлодок. Че, возьмем боевой или не... Не боевой, так, а... Пошло оно в жопу. Давай боевой возьмем. Чего ты? Залезть не могу. Я все равно пробегаем, пометим. Оставим пускай метку, радуется. Чтобы Афган смогли забрать эти припасы. Поперли. Тут полно всяких лампочек и тумблеров. Штучек светящихся. Ехать или лететь все-таки? Так, было написано Alt. Блин, это ж будет гасить сейчас по мне, да? Да. Готовы? Давай. Огонь, огонь, огонь! Отвечаете взаимностью. Тревога. Патруль единства. Так, вот она и подлодка, да? Тогда спускаемся до нее. Что-то на подлодку не похоже. Подлодку. А вот на корабель похоже. А если на него засесть? Так, отстал. Фу. Слава богу. Вот мы и нашли пароход капитана Фицкаральда. Как эта громадина могла заплыть так далеко? Как говорила твоя мамочка. Это вообще бессмыслица. Блин. Тут дохуя их, да? Да. Сука. Эй, давай сюда, короче, сядем. Открываю огонь по этим гадам. Ох, ёб, вот это я сел. Вот это я сел. Давай. Отлично, я сел, конечно. Вечно вертолет хочу. Сохраните, вечно бахает. Да сдохни ты, падла. А я не вижу. А, два не появилось. В смысле, бля? Падла, я сейчас сдохну, ты ублюдок. Откуда он там стрелял-то? Убит в бою. Помер. Смертью храбрых. Ничего, сейчас моя сестра-близняшка отомстит вам. Ублюдки. Ублюдок младший. Дрон в воздухе. Внимание, турель. Давай вот этого снимай. Хрена моржового. Так, нам этот корабель надо. Сколько тут этих дебилов?
а третью, четвертую. Тут по-любому стоят. Автоматами, гранатометами. Здесь цель номер 5. Вижу цель с пистолетами-пулеметами. Да шо? Ну шо ты? Будешь вафлить, не? Стреляю. Готовы. Все круто. Круто, круто, мы ж крутые. Ушел. Так, вроде никто нас не заподозрил. Не, хотя вон чего-то они заменжевались. Ушел. Сычара. Порядок, можно выдохнуть. Выдохнуть можно, да? Слава богу. Что за кимоно? На. Оп. Прям у них под носом помечаемся. И лохи даже ни хренище не видят. Бульк. Вот так. Эй, ты там не бегай в открытую. Ушел. Где-то слышу. Он еще. Станция картеля. Взрываем дверь и отключаем ее. Что за дебил, говорит? Так, чтоб не подспалиться. Сука, как в нее зайти, а? Вижу одного наркодилера. Рядом с контейнером. Где? Ага. И хрен с ним. Поплыли, поплыли. Так, главное не подспалиться, а это можно. Наркосубмарина здесь. Ёп. Все вокруг держать под контролем. Сука, сколько вас? Открываю огонь, расселся на мошку. Оп, и не попал. Не. Такс. Давай, прыгай, понеслась. Сука, быстрее. Ух ты. Опа, нахер. Братаны, вы будете стрелять сегодня, не? Есть, молодец. Молодцы. Он еще вылоп. Ёпты. Иди сюда. Хороший звук. Ух ты, сука. Откуда? Снайпер, это плохо. Это даже... Ага, вон он. Сейчас мы его снимем. Бля, откуда они долбят? Эй! Ага. Давай еще раз. Вылазь. Вот так. Готовы. Вот она и это. Как же ее бахнуть? А? Уничтожьте, легко сказать, уничтожьте. Запрыгнешь, не? Нет, не хочет. Что, мне гранатка в нее кинуть? Ну, нате, лови. Все, здание выполнено. Кайманес, кайманес. Кайманес, ёпты. Красавчик. Он снайпер. Есть еще одна цель.
Есть еще одна цель. Где-то? А еще? Да сколько уж вас там навалило, а? Красавчик. Поперли отсюда нахрен. Здесь чисто. Подмели, да? Отлично. Красава. Что такое, братиш? А что с тобой? Дебил. Ладно. Где наша следующая? Субмарина. Такс. Вот это она новая. Ну что ж, наркоподлодка. У картеля есть флот субмарин, которыми Кокс доставляет во Флориду. Найти их и утопить. Понятно. Уничтожить еще одну, да? Километр 800 метров. Был бы вертолет тут, конечно, было повеселее. Так. Так. Придется на катерке сейчас дуплиться. Катера тоже, в принципе, нормально. Держитесь, я поведу. Хорошо. Ты кому правда говоришь, никого нет. Видишь, что мы не доплывем никуда. Эй! Сука. По болотцу не доплыли никуда. Хорошо. А я так разогнался уже. Хорошо. Ну что ж, будь добра бежать теперь, а не гэкать. Шо, все, устали. Ох и солдафончики с вас. Стоп. Ладно, он в машине. Опа. Где? Возле у тех машин? Вот тут где-то рядышком. Так, уремат. Ну где вы там? Осторожней с гражданскими. Смотри, куда стреляет, кого пошли повсюду гражданские. Сран, тут поблизости солдаты картеля. Ничего. По-моему, это все. Эти, а что они достают это? Авторитет среди повстанцев. Да не гони. Что, ты не успел? Только и отлично. Кого, машину? Я могу. Это я мастер делать. Дождик начинается. Такс. Метры остались, это хорошо. А тут мастик. Ой, блядь, куда ж вы под машину прыгаете, два дебила? Это сила. Похоже, мы нашли главную базу картеля в Кайманес. Вокруг этого склада в центре отмечается особая активность. Там хватит места для лаборатории главастика. Возможно, посмотрим. Новое задание, прототип. Постараемся незаметно. Разузнайте секретном проекте головастика. Надо узнать, над чем головастик работает. Вперед. Я очень рад узнавать. О, оп. Так. Прямо прекращай. Могу убить? Оп. Храпеть, братишка. Приляж, отдохни, ты же устал. Появился один с пистолетом и пулеметами. И исчез. На складе. Такс, 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 такс. Ох ты, ёпты. Тут боец. Приляли. Куда смотреть? Прямо у груды покрышек. Охренеть, ливень косой. Косой ливень пошел. Сука, гуськом. Чик-чик-чик. Тихо. Громко можно? Вертушка, где? Она тут ни хрена не видит. Дождь идет. А вот и третий. У нас здесь турель.
Уже нет. Братишка-то прилег. Потихонечку отдыхает. Так, давай на эту сторону. Как оно потемнело, эй. Мы их раздразнили. Нет, никто никого не дразнил. Они даже не знают, откуда гасят. Сука. Сука. Вот теперь возможно. Сука, за всех ст... Вот теперь да. Вот теперь и чудо. Теперь можно дуплить. Профавор, да. Граната, граната! Ну и насрать. Где она? Ёб ты, прям ко мне закинул. В хатку мою, ты смотри. Не. Что за робокоп? Так, ух ты, сука. Быстрее. Ага. Сучара, сдохни ты. Херово дело. Так. Ага. Осколочная. Получай, пидор. Красавчик. Ну шо, не? Сука, как бы вас объебать, а? Похер. Во. Сука, спрячься. Куда он дол... Эй, суки. Откуда ж вы долбите, а? Давай, братишка. А что, у нас двое сдохлых? Сука. Сука, мать твою! Со мной не связывайся, а то... Короче, надо пройти, ну нафиг. Через пару секунд они будут здесь. Что нам делать? А мы смылись уже оттуда. Насрать нам. Пусть будут. Так, наркоподлодка. Где она так далеко, а? Красивое место. Инки, да? Ага. Когда разберемся с картелем, Инки? Так как туристы. Внимание. Они парочка бандитов порядок. Будьте от мешков с песком. Сука. Херово. Так, снайпера нет, уже радует. Потихонечку их. Темно, правда, ни хрена еще не видно. Сучара. Прилег. Ну нахрен. Осколочная. Ловите, ублюдки. Сука, откуда? Откуда мне? Да не хочу я, пока не убью, не успокоюсь. Есть. Спрячься уже. Даже компоктеру надоело, что я вылазю. Блять, заебал-то. Сука. Откуда ж вы вечно заходите? А, вон. Или нет? Нет. Есть. Так, где тут еще один? Вот, откуда? Смотреть по сторонам. Взрываем быстро.
снайпер, то меня... Херовое дело. Я ж откуда знал, что там у них еще снайпер. Храпеть. Так, мне надо гранаты взять. Сука, день, не вижу ни хренища. Эй! Тут где-то нет. Да. Есть. Куда ты долбишь? Его нету там, он исчез. Кто призрак? Граната, ходу, ходу! Твою мать! Граната, ходу! Мне бы, сука. Да присядь ты, отдохни чуть-чуть. Осколочная. Получайте, пидоры. Ой, ой. Ну, главное, что задание выполнено. Можно смываться отсюда. И это хорошо. Ну что, не зачистили мы это все дело? Есть. Сучара, ты смотри какой. Ты ж ты доебался. Все, тишина, нет. Да хренушки. Так, ну что, дорогие друзья, давайте на этом закончим видео. Смоемся от этой перестрелки уже. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, расскажите друзьям, пишите комментарии. Увидимся в следующих видео. Всем пока и удачи, мои дорогие. Пока-пока.